Так, ну, к нам подошли новые силы. Сейчас они себя обозначат, и мы на них основной удар, конечно, направим. Значит, что мы выяснили с вами? Мы собрались выяснить, что такое производство, потому что по производству много говорится там. И про производство такое, и производство сякое, и про его роль. А если не знать, что такое производство, то это, в общем, как-то остается туманным. Так, начали мы выяснение этого вопроса с вопроса о том, что такое труд. И выяснили, что труд может быть иметь разное направление. Или труд непосредственно на производство материальных благ направлен, это материальный производительный труд, или труд в узком политико-экономическом смысле. Это труд, который направлен на человека непосредственно, это услуга. И труд, который направлен на преобразование форм общественного сознания. Вот третье, так сказать, то, что относится к области духовной культуры, науки, информационным технологиям и так далее, поскольку там все это технологии переработки информации, а не технологии изготовления там пирожков или изготовления каких-нибудь зубчатых колес, автомобилей и так далее. Вот теперь, значит, мы знаем, что такое труд, и можно, так сказать, начать двигаться к понятию производства. Понятию производства. Вот скажите, пожалуйста, сейчас на полях нашей Родины идет и совершается труд земледельческий. Да. Да? И в чем там он состоит? Сейчас там все снегом укрыто, замерзло. И в чем-то состоит этот труд? Да, земледельческий труд. Земледельческий труд, я имею в виду тех, кто производит сельскохозяйственные культуры. Что, пшеницу возделывают, рожь, да? Есть труд, идет там на полях? А зимой культурой занимаются. Я спрашиваю, вы ответите, да или нет? А что зимы? Что, в это время сейчас кто трудится на полях, кто? Я спрашиваю, люди, вы сейчас озимые, у вас озимые в голове, а у меня в голове люди. Люди сейчас трудятся на полях? Нет. Да или нет? Я не знаю, если ходят в России. Не знаете, а как вы думаете, зимой там они что-то делают? Да они на самом деле и летом-то ничего там не делается на этих полях. Ну когда растет. Растет. Мой снег спалит. Бывает. Да. Зимой. Зимой это зимой, а и летом, ну, никто не, пшеницу ведь не поливают, и рожь не поливают, поэтому ждут, когда она поспеет, правильно? Колосятся зерновые, потом они наливают колоса, потом идет уборка. Вот когда идет уборка, там труд совершается, а когда сеют, тоже совершается труд. А вот в промежутке между посевом и уборкой никакого труда там и не совершается. Поэтому. А производство идет? Идет. Сельскохозяйственное производство. Это не вас, я спрашиваю, Владимирович. Я спрашиваю студентов. Производство идет. Вот тут, когда вот ваше слово, вы тут в это время. Производство идет, как я понял из вас. Там есть, поскольку там есть озимые. А что значит озимые? Озимые растут сейчас или нет? Как вы считаете? Вы же культурологи, а это озимые культуры. Культуры же? Они ждут своего часа. Да они ждут или растут? Но они живые или умерли уже? Ну раз живые, значит растут они? Растут. Вот как-то вот так это хотите уйти от точной, определенной постановки вопроса. Значит, труд не совершается, значит, производство идет о зимах. Вот уже видно разница некоторая между трудом и производством. Другой пример. Вино как вы делаете, как делаете, как изготавливаете? Производство вина. Значит, выращивается виноград. Труд затрачивается там. При этом, конечно, там обрезают, подобряют и так далее. Выращивают, сажают. Выращивается виноград. Виноград собирают, труд идет. Собрали. Приготавливают сусло, то есть давят этот самый виноград. Говорят, что девушки давят ногами. Не видел, но слышал. Подавили, получился сок. Из этого сока, или говорят сусло, из него можно делать соки или вина. Если на вино отправляют, вот оно подвергается процессу брожения,
вот в процессе брожения, видимо, там перемешивают его, и, наконец, разлили в бочки дубовые. И эти дубовые бочки заложили в погреба. И идет вызревание вина. Да? Страничка где у нас? Вот это, да? Идет вызревание вина. Или говорят, выдерживает его. Выдерживает, а люди, которые около этих погребов ходят, они тоже выдерживают. Сила воли у них есть, они его не трогают, они выпивают. Можете себе представить, вино 11-летней выдержки. 11 лет около него ходили, так и не выпили. Какая в нем сила. Поэтому оно значительно дороже, чем любое другое. Выключим это дело. Так что тут тоже видно различие труда и производства. Что же такое производство? Никто не хочет попытаться сказать, что такое производство. Ну, товарищ Краснова Александра Александровна. Ну, это какой-то процесс. А? Процесс. То есть любой процесс – это производство. То есть если я взял кувалду и крушу все, что у меня тут не попадя, под руку попадает, а? Это процесс будет? Какой-либо цель. А? Какой-либо цель. Вот я хочу раздолбать все это. Знаете для чего? Чтобы был хороший металлолом, чтобы погрузить его. А то у меня такие большие куски, их сразу не погрузить. Поэтому у меня цель есть, на более мелкие фракции это разбить. Все, что там у меня было, холодильники, что там еще попало под руку, автомобили. Вот. И после этого, если мало, то мы где-то еще ножницы можем применить, гильотину для разрезания. Поднимаем это дело с помощью магнита такого большого. Раз этот весь, и куда-то перегружаем. Потом отток отключаем, это высыпается. И так далее. Набираем и увозим куда? Зачем нужно этот использовать металлолом? Как вы думаете? Для переработки. А? Для переработки, не знаю. Ну а что значит для переработки? Вот, значит, сталь без металлолома не делают. Чугун делается из руды в доменных печах. А вот сталь делается обязательно с добавлением металлолома. Тогда получается высококачественная сталь. Поэтому и на экспорт металлолом идет, и наше металлургическое производство использует сталелитейное это дело. Ну вот в этот момент вот, получается, что вроде деятельность такое есть. Это производство. Производство. В данном варианте это производство. А если просто разрушается что-нибудь, разрушает и все. Это тоже деятельность. Это тоже процесс, поскольку процесс – это что такое? Это то, что это деятельность во времени. Если вы как-то времени отвлекаетесь, это не процесс. Если слово «процесс» сказали, значит, имеется в виду время. Вот в течение этого времени идет это изменение под воздействием деятельности человека. И вот, то есть, любой процесс, по-вашему, да? Нет, любой. Так это труд. Так это труд. А производство что такое? Вот в том, что вы говорили, есть одно ценное слово – процесс. Потому что производство есть процесс – это правильно. Какой процесс называется производством? Но я больше вас мучить не буду, потому что на самом деле это трудно сформулировать. И на самом деле трудно даже найти это определение, мало где найдешь. Производство, вы можете даже записать, это процесс присвоения предметов природы. Процесс присвоения предметов природы – в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Так, ну вот в чем наша состоит задача? Не в том, чтобы записать, а в том, чтобы понимать все, что записано. Процесс – это понятно, это деятельность, протекающая во времени. Это какое-то изменение во времени. Так, процесс понятен. Присвоение. Кто скажет, что такое присвоение? Сейчас мы спросим. Это
Так. Александра Сергеевна Познахарко. Да. Да, что такое присвоение? Ну, это вот будет сейчас присвоение. Присвоение? Да. Ну вот. Это предмет природы? Это. Почему это? Почему это не делаем из природных? Это человек, товарищи культурологи, ну где вы видели первозданную природу? Ну где вы видели? Это очеловеченная природа. Все тут так хорошо сделано, сложено, что мне так это понравилось, поэтому я выбрал. А если бы она не была очеловеченной, там где у меня эти бревна, там, пеньки. Очеловеченная природа? Прирай. Ну вы должны сказать, что это такое. Скажете? Паша. Не скажете? Ничего не говорю. Так что такое? Вы хотите обратно присвоить? Да. Скажите, что такое присвоение, я отдаю. Да, не хочет. Он хочет мне подарить. Я понял, что вы мне хотите подарить. А? Как? Делание вещи своей. О, молодец. Делание вещи своей. Так, хорошо. Присвоение – делание вещи своей. А что значит делание вещи своей? Я уже можно отдавать вам, совершенно спокойно. А что значит делание вещи своей? Вот вы сделали вещь сейчас своей, да? Сделали, да? Ну, хорошо. Так что так? А я сейчас не сделал вещь своей? Ну, забрали у меня вещь. Нет, я, то, что я вас забрал, это мы оставляем в тени. Вот я сейчас сделал вещь своей или нет? Или нет? Нет, ну, как же нет? Как нет? Как нет? Значит, вот это вопрос о том, как правильно давать определение. Присвоение – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Это не противоречит тому, что вы сказали, делание вещи своей. Превращение в процесс своей жизнедеятельности. Сейчас, видите, сейчас идет процесс вашей жизнедеятельности или моей? Посмотрите сюда внимательно. Моей жизнедеятельности, не вашей. Я присвоил. Я присвоил, я превратил в процесс своей жизнедеятельности. В процессе своей жизнедеятельности. Вот сколько у меня было звонков. А чего я отвечаю со своего того телефона? Я лучше с этого отвечу, если деньги сэкономлю. Это будет превращение в процесс своей жизнедеятельности. Если я буду все время это делать, то это присвоение не будет кратковременным, а будет длительным. И превратится во что уже? Превратится в господство над вещью. Пока еще вы тут, госпожа, сейчас скажете, отдайте обратно мне. Рассказали, и отдайте, верните назад. А если я это вот уже вынесу, скажу, а может быть принесу, а может и не принесу, и так далее, и так далее. И что получится, что я, а сейчас я фактически господствую над вещью? Ну вот футбол могу сейчас сыграть? Все же видят, что могу. То есть фактически я сейчас господствую. Вот это вот господство над вещью называется владением. Я сейчас владелец, я. Я владелец. А вы кто? А вы-то, собственно, кто? Бывший владелец. А? Я, говорит, культуролог. А вы кто по отношению к этому телефону? Ну, кто вы такая? Вот я его владелец. Раз, во-вторых, я его присваиваю. Видите, я его присваиваю. Сейчас он находится в процессе присвоения. Я его и в левую руку, я его и в правую руку, я его на стол могу положить. Вам нужен телефон? Да. 3 рубля. Что, денег нет? Студенты вообще обеднели. Вам же платят 1450 рублей стипендию. Вы, можно, целую неделю можете жить на эту стипендию. И все время, главное, я хоть каждый раз радуюсь, когда вы приходите, думаю, вот через, ведь не придут же больше. Неделю ведь только, вот, на неделю деньги дают им, на месяц. А жить, правда, может, только неделю. Так, превращение в процесс своей жизнедеятельности. Так, вот это присвоение. Если оно задержится, и поэтому оно может превратиться в, так сказать, в фактическое господство, хотя вот это фактическое господство вроде еще никак не общественным путем, не посредственно. А если мы все вот сейчас дружно скажем, вот все кроме вас, вот скажите, пожалуйста, чья эта штука? Скажите, пожалуйста, только, что это мой телефон. Только по-честному, что мой. То есть, чтобы потом от этого не отказываться. Все, договорились, да? Вот сейчас они, вот сейчас придет, вы сейчас будете доказывать, что это ваш телефон? Давайте спросим, это чей телефон? Правда же мой? Ну вот видите, честные люди, неподкупные, они сразу говорят, вот скажите, чей это телефон?
Что? Не знаю, я культуролог, я не могу даже в театр идти, сыграть хоть какой-то артисткой. Ну что, у нас же игра. Так чей телефон? Ну мой телефон. Ну посмотрите, какие честные глаза. А вам не стыдно отнимать у профессоров телефоны? Что за люди пошли? Короче говоря, вот если это будет общественно посредственно, это уже будет не владение, а что? Это будет собственность. Потому что собственность – это не просто вот я фактически обладаю, а я обладаю, и общество это признает. Потому что, так сказать, я не думаю, что вот сейчас у вас там есть обязательно чеки с собой сейчас. Действительно ли вы купили? Я не знаю, может, вы тут кого-то отняли в коридоре. Промежутки. Сейчас вы выходили, я видел, заходили. Они задержались даже сегодня, потому что вам нужно было у кого-то это тут выкрасть, может быть, телефон. И это мы ничего не знаем. Но общество считает, что это ваше. И я даже считаю, что это ваше. Хотя вот мне одно время немножко казалось, что это вообще мой телефон. И вот два таких самых честных человека подтвердили, что это мой. Значит, вот это присвоение. Значит, с присвоением мы разобрались. Превращение в процесс своей жизнедеятельности. Вот вы заходите, допустим, в магазин. Видите, там булка сейчас выставлена, прям так продают. Вы подходите к магазину, берете булку, откусываете и идете мимо кассы. Это присвоение? Присвоение. А какая, я думаю, будет реакция? Будет ошеломляющая реакция. Вот погонится за вами из одной булки или нет? Может, и не погонится, скажет. Ну что, студенты идут, едят булку, что плохого? Лучше... Из-за какой-то булки что вы будете приставать? Он на бабушку напали за масло. Она даже умерла. В магазине «Магнит». В курсе дела? Ну вот. Поэтому не трогайте эти студентов с булкой нападете. Вообще разгромят ваш этот и «Магнит», и еще и все ритейлеры. Там вообще бояться будут. Сразу отворачиваются и делать вид, что ничего не видят. Так вот. Значит, производство есть процесс присвоения предметов природы. Мы разобрались, что предметами природы может быть и очеловеченные природы. В рамках определенной формы общества. То есть мы не отвлекаемся, когда мы говорим о производстве, от общественных отношений, а наоборот их принимаем во внимание. Правильно? В рамках определенной формы общества и посредством ее. Вот это присвоение идет посредством общественной формы. Без общественных отношений, сколько бы вы ни доказывали, что вы собственник этого, вот, то, что вы... относитесь к этому продукту как к своему, и этого никак не докажете. Вы позовите этот телефон или там что-нибудь еще сделайте, чтобы он к вам прибежал. Это не получится. То есть все это общественными отношениями. И вот сейчас, когда никакой труд не совершается на полях, никакой. Хотя в некоторых случаях там снегозадержание делают зимой иногда, чтобы снег, так сказать, не выметало с полей, или удобрение туда выводят. Тоже такое бывает зимой. Но, как правило, особенного труда нет, а в это время идут заключения договоров на то, чтобы, значит, совершался сев. Правда? Когда это делается? А вот сейчас и делается. Вот как только вскроется земля, и надо будет сеять. А если надо будет сеять, так, значит, надо к этому времени уже должны выйти сеялки, и, соответственно, трактора, и даже горюче-смазочные материалы. Уже начинает правительство угрожать тем, кто будет цены повышать на горючие смазочные материалы, будем их наказывать. А в другое время, дескать, хорошо, если будете повышать. А тут как бы даже считается, что плохо уж. Прямо уж посевную, когда начинают повышать, то тогда уже содрогается даже правительство по поводу повышения цен. То есть это довольно сложные понятия. Поэтому производство, таких форм производства, это очень мало. Всего сколько мы знаем общественных форм производства? Всего мы знаем 5 общественных форм производства. Когда было мало машин, и они не ездили по дворам, девочки играли там в мячик, они обычно играли так. Я знаю 5 мальчиков. Петя раз, Коля 2, Женя 3, Сережа 4, Боря 5. Я знаю 5 общественных форм производства. Первобытный общинный коммунизм раз, рабовладение 2, феодализм 3, капитализм 4, и коммунизм уже не первичный, не первобытный, а вышедший из капитализма. 5. И все. Всего 5. Науке известно. Всего 5 общественных форм производства. Всего 5 общественно-экономических формаций.
И поэтому, когда мы говорим о производстве, всегда нужно иметь в виду, если мы не хотим принимать, говорить о форме этого производства, а просто о труде. Так мы говорим труд. Мы тогда, допустим, трудиться может пятница и любой другой, отдельно попавший на отдельный остров человек. Да? А неважно ему, какая там форма производства. Тогда мы отвлекаемся от общественной формы производства, мы просто говорим труд. А когда мы говорим о производстве, мы обязательно берем во внимание эту общественную форму. А когда мы говорим о материальном производстве, то мы что имеем в виду? Производство материальных благ. И вот весь пафос вот этого произведения, больше всего об этом говорится и больше всего написано, что в конечном счете, вот тот, кто читал, подтвердит, правильно? В конечном счете определяющим в человеческой истории является не понятие и не определение, вот которое мы с вами сейчас разбирали, при всей их важности и нужности, определяющим является материальное производство. И это очень глубокий тезис, потому что это дальнейшее развитие материализма, потому что вот мы об этом говорили в самом начале, есть материализм созерцательный, фейербаховский, историческое значение которого состоит уже в том, что он побудил там Маркса и Энгельса перестать быть идеалистами. Потому что Маркс и Энгельс были, как известно, младогегельянцами, то есть гегельянцами, хоть и молодыми, хоть они и молодые, хоть старые гегельянцы. А гегельянцы, то есть идеалисты, какие? Объективные. И вот многократно пишут, что вот Маркс там перевернул всю систему Гегеля, и это правильно. Но перед этим он сам перевернулся. Был идеалистом, и Энгельс тоже был идеалистом, а стали они материалистами. И вот, став материалистами, они подвергли критике тех молодых гегельянцев, которые вместе с ними не перевернулись. Из идеалистов не превратили в материалистов и дальше пошли. Потому что если взять роль Фейербаха в человеческой истории, в культуре, в науке, он, так сказать, после великой такой фигуры, как Гегель, все-таки сказал, что все идеи, все мысли являются отражением материального бытия. И на этом, собственно говоря, я остановился. На этом и людей в истории, и в культуре оценивают не потому, что они не сделали. Если сейчас буду спрашивать, что вы не сделали, то это будет довольно долго, правда, если излагать. Можете меня спросить, я не менее длинный перечень могу сделать, чего я не сделал. Поэтому это пустое дело заниматься тем, что вот человек не сделал. Поэтому в истории оценивается, что люди сделали. Вот вы сделаете это время вашего существования, и это будет, так сказать, войдет в культуру человечества. Вот. А то, что вы что-то не успели сделать, ну пусть другой сделает лучше, чем я, больше и так далее. Мы только порадуемся, если пусть другие внесут свой вклад. Итак, что сделали Маркс и Энгельс в этом отношении? Они сказали, что недостаточен материализм созерцательный, фейербаховский, что вот он только глядит на мир и отражает. Вот если мы просто смотрим на то, что есть в мире, то мы его отражаем. Это хорошо? Хорошо. Это материализм? Материализм. А надо, чтобы человек был взят не просто как отражатель, не как созерцатель мира, а как преобразующая деятельность самого человека. То есть надо взять его как деятельного человека, активного человека, как человека, который преобразует а. природу, б. общество и тем самым самого себя. Почему самого себя? Потому что человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Вот каждый человек, каждая конкретная личность, каждый индивид есть индивидуум даже. Он есть продукт обстоятельств и воспитания. Обстоятельства могут быть материальными, могут быть духовными. Воспитание не только родительское, и школьное, и вузовское, и вообще кого-то вы встретили в жизни, там, знакомого или знакомую, кто вам много чего рассказал, или, так сказать, или примером своей жизни что-то вам, так сказать, продемонстрировал. И в итоге вы стали такими, какими есть. Человек есть продукт обстоятельств воспитания. По отношению к человеку
Вот этот известный тезис, что бытие определяет сознание, неприменим вообще. Неприменим. Хотя это сплошь и рядом. Вот вы, так сказать, вы можете послушать, а в чем, так сказать, вот, собственно говоря, такой взгляд материалистический на человека. А вот что бытие определяет сознание. Что вот что вы съели, такая вы и есть. Да? Или что я съел. Или что я надел, от этого зависит, какой я. Ну, зависит, конечно, в какой-то мере, но очень незначительно. Человек есть продукт, обстоятельства питания, надо взять совокупность обстоятельств. На некоторых людей обстоятельства духовные повлияли в гораздо большей мере, чем обстоятельства материальные. Пример исторический, мы о нем уже говорили, вот декабристы. Они кто такие? Декабристы – это люди, которые по своему положению материальному, кто такие? Дворяне, феодалы, так, богатые люди, у них крепостные, они принадлежат к помещичьему классу, а пошли они против крепостничества, против помещичьего класса, за освобождение крестьян от крепостной зависимости, они в этом смысле выступили как буржуазные революционеры. Правильно? Не будучи буржуа, между прочим, никто из них буржуа не был. То есть это люди, которые настолько далеко смотрели вперед, что несмотря на те жертвы, которые они принесли, и муки, которые выдержали они, там их жены, они, тем не менее, вот, открыли новый путь к новому, так сказать, буржуазному обществу, к более прогрессивному, чем феодалы. Причем так быстро прошло освобождение крестьян, что кажется даже довольно странно, а что тогда вы их повесили, за что? Через сколько лет освободили крестьян? В 1861 году. А восстание декабристов было в 1825. От 61 отнимаем 25, получаем 39 лет. Через 39 лет царь указом своим освободил крестьян. И никто на этого царя не нападал, не критиковал, никто из помещиков не бунтовал. И закончилась эра, тем самым, крестьянство в России. Причем в России она закончилась так достаточно быстро, имея в виду, что в Соединенных Штатах Америки рабство продолжалось до 1800 какого года? До 62-го. Это у нас раньше крепостничество пало, чем в Америке пало рабство. Поэтому нас обычно учат товарищи из Америки, у которых была настоящая демократия, которые для того, чтобы была настоящая демократия, завезли рабов из Африки, при этом 1,5 миллиона рабов погибло только при перевозки, задохнулись в трюмах этих кораблей. И там еще была война против рабовладения и так далее, о чем мы уже говорили. То есть так вот Маркс и Энгельс выступили против примитивного понимания материализма. Примитивного. И я хочу сказать, что это примитивное понимание материализма, можно сказать, господствует вот в обывательской среде, в обычной среде. Обычных людей, они так и думают, что в чем состоит материализм, что человек есть, вот бытие человека определяет его сознание. У вас какое бытие, какое, на чем сидите, такое сознание. Ну, что это такое, откуда взяли? Я всегда спрашиваю, где вы взяли такое, где прочитали, нигде не найдешь. Ну, так думают. На самом деле, говорится у Маркса и Энгельса другое, что общественное бытие определяет общественное сознание. А что такое общественное бытие? А вот общественное бытие это, ну это не только природа, там, так сказать, и материальные условия природные, это прежде всего, оно более-менее неизменно, а то, что является преобразующей, так сказать, преобразующим фактором, это материальное производство. Вот все материальное производство, но, разумеется, вместе с этими общественными отношениями, поскольку в понятие производства, в отличие от понятия туда входит вся совокупность, отношений по производству, материальное производство. Вот если мы не знаем, что такое производство, как следует, то мы не понимаем смысла этих высказываний, что значит общественное бытие определяет общественное сознание. Причем, почему у Маркса и Энгельса говорится в конечном счете? Да потому что, ну представьте себе, что прямо вот сейчас какое общественное бытие, такое прямо и сознание. Ну, это тоже хорошо, но там говорится в конечном счете, то есть бывают задержки, бывают несовпадения, но в конечном итоге вот это материальное производство возьмет свое и определит в конечном счете и сознание. Отсюда вывод. Какое сознание, скажем, вот сейчас в России?
у громадного большинства граждан России. Какое? Феодальное, буржуазное, коммунистическое? Какое? Буржуазное. Вот три варианта. Вы нам не мешайте, пожалуйста, эти занятия. Три варианта. Феодальное, буржуазное, коммунистическое. Какое? Буржуазное. Ну, что, а что так сомневается? А кто сомневается? Я что-то так не вижу. В чем проблема? Что так? Ну, если вот только что мы говорили, что общественное бытие определяет общественное сознание, да? Мы это будем применять? Ну, если общественное бытие у нас какое? Буржуазное, коммунистическое, феодальное. Какое общественное бытие сейчас? Производство какое сейчас в России? Ну, какое? Есть собственники средств производства, они нанимают рабочих. Рабочих чисто капиталистическое, буржуазное, в чистом виде. Ничего, тут невозможно ничего придумать. Буржуазное производство у нас сейчас. Производство буржуазное. Значит, сознание общественное у нас какое? Буржуазное. В массе своей. Я хочу просто всех успокоить. Некоторые боятся, что вдруг на выборах не выиграют буржуазные партии. Можно и не расстраиваться. На этом основании, на основании понимания вот этого тезиса Маркс и Энгельс, можно не расстраиваться, что... Я говорю, ой, а вдруг это нечестно, там не то, значит, не так, какие-то листочки не так посчитали. А если все честно посчитают, то какие партии победят, буржуазные, коммунистические или феодальные? У нас монархические тоже исходят, изображают из себя. Мы за царя, отечество. Кто победит на выборах, какие партии? В России, на следующих выборах, кто победит? А? Ну, буржуазные партии победят. Что тут непонятного? Ну, если буржуаз... Голосовать будут в соответствии с сознанием или не в соответствии? И бессознательно. Если будут в соответствии с сознанием... А сознание у нас какое? В массе. У нас разные есть люди с разным сознанием. Есть, так сказать, коммунисты, есть эти самые сторонники царизма. А есть вообще люди, которые колдуны. Они ходят и говорят, Валера, колдун Валера, дозванивайтесь. Если вам никто не помог, я помогу. Потому что если претензий не будет, потому что вам все равно никто не помог. Поэтому деньги ваши заберу однозначно, и все. Так что, ну победит-то кто? На выборах кто будет в соответствии с сознанием, а сознание какое у большинства? Буржуазное, значит, большинство проголосует. А если честные выборы? Ну, если нечестные, я не знаю. Вот если нечестные, коммунисты, что ли, победят? Если нечестные, или кто? Сторонники царизма победят? Ну, что-то шансов мало. И вот стараются, знаете, какой шум был? Ой, нечестные, мы не признаем эти выборы. Вот я не признаю, что вы здесь сидите у меня студенткой. И что? Говорит, глупость какая-то, что я не признаю. Ну, не признаю, вы все равно сидите. Ну, вы так покрутите и скажете, вот и все, если я что-то не признаю. Это не серьезно. Были выборы. На всяких выборах участвуют десятки, сотни тысяч человек в их организации. И некоторые по принципу напада весь участвуют. Как вы думаете, что прям так все вот одохуторены этими выборами, и прямо идут и стараются все так точно все делать? Ну, делают по принципу напада весь. И получается кое-что тоже по принципу напада весь. Что тут удивительно? Не делайте выборы, или вы хотите выборы без недостатков, или людей без недостатков. У вас есть недостатки? Да. Ну, слава богу, а я думал, может, нет. А есть такие люди, у которых нет недостатков? Ну, вот мы с недостатками будем делать выборы. Недостатки должны в чем-то себя проявить. Ну, что-то мы там наляпаем же с вами, кто-нибудь там. Ну, это вы-то нет, это я за себя беру. Поэтому вот начинается обсуждение. Мы выберем. То же самое можем сказать там Зюганову. Ну, вы-то можете там попасть в Думу и попадаете все время, еще известное количество. Но большинство-то никогда не получается представителей другого класса путем голосования. Разве где-нибудь получилось? Хоть за всю историю человечества. Мы вот культурологи, мы ничего не знаем в политике, ничего не понимаем. Мы просто смотрим, у нас опыт человечества, материальный, духовный. Ну, кто-нибудь выборами прошел вообще? Взял власть. Хорошо, буржуазная революция выборами делалась? Это вообще никаких выборов не было. Вообще не было никаких выборов. Взятие Бастилии было. А потом отрезали головы с помощью гильотины. А те, кто отрезали, им памятники у нас, памятные места. Улица Марата, набережная Робеспьера. Как буржуазным революционерам. Буржуазным революционерам, правда, Робеспьера убирают. Хватит, дескать, будет Воскресенская набережная. Пришли люди, религиозные у нас, к управлению в Санкт-Петербурге, решили, что надо убрать буржуазных революционеров и поставить что-нибудь связанное с церковью. А вообще-то буржуазная революция отделяла, насколько мы знаем, школу от церкви и церковь.
от государства. Поэтому, когда приходят какие-нибудь государственные мужи, они стоят со свечкой, а потом он спрашивает, а почему вы с нашей свечкой в нашей церкви не стоите? Их церквей-то много. А почему вы идете в мечеть там с чем-нибудь стоять, в синагогу что-нибудь надевать? Ну, что вы не идете? Это как-то непонятно так. Но если вы отделили церковь от государства, тогда никаких претензий нету, да? А то вы говорите, ваша религия, значит, что-то уважаете, нашу религию не уважаете. А я религиозный фанатик. Не будете уважать религию, застрелю или взорву. Ну, надо об этом думать или не надо? Или это дураки придумали отделение церкви от государства, или это завоевание человечества? И школу от церкви. Ну, я понимаю, что мы тут... Вы в чем-то мне, может, и верите, но вот мы уже разбирали, что лучше не верить, конечно, мне на слово-то. Зачем на слово-то верить? Я же обманут же вас. Придут, приходят, представляются, профессорами обманывают. А вы верите. А вот если вы знаете определение, вас уже трудно обмануть, правильно? Что же вы мне рассказываете, определение-то вот такое? Так вот так меня уже не обманешь, то есть мы воскрес освобождаемся от этого обмана с вами вместе. А то я хотел чуть бы не забрать руки, телефон уже, все сорвалось. Только из-за того, что она знает, что такое присвоение. А не знала бы, и все. Так, ну вот получаем очень интересные выводы, далеко идущие, которые говорят о том, что вот это вещи очень для нас нужные. Вот то произведение, которое мы изучаем, для того, чтобы понять его вот в глубине, надо эти вещи знать. То есть мы не придумываем новых никаких слов и понятий, просто мы разбираем те понятия, которые используются, чтобы можно было видеть, что там, о чем идет речь. А вот если я идеалист, и с идеалистических позиций подхожу к истории, к познанию истории, кто я? Какой у меня метод? Я идеалист. Такие у нас есть, правда? Сплошь и рядом, сейчас. Но если у меня идеализм, я применяю его к истории. Ну, подойдет такое название, исторический идеализм. Исторический идеализм. Да? Подходит? У меня исторический идеализм, то есть я идеализм применяю к истории. А если я как материалист подхожу к истории, тогда что получается? Исторический материализм. А выбор есть какой-то еще? А другого нету, вариантов больше нету. Вот еще есть люди, и что мы сейчас наблюдаем? Значит, некоторые люди, которые подходят как материалисты к истории, стесняются сказать, что у них исторический материализм. Я говорю, ну тогда скажите, что у вас исторический идеализм. Вот. И вы видели такого человека, который вышел бы и сказал, я исторический идеалист. Я таких не встречал. Нигде, ни на одной конференции. У нас идеализм очень много, подходов таких к исследованию истории идеалистических полно. Но чтобы кто-нибудь встал и честно сказал, я исторический идеалист, да с гордостью. Нет. А чего вы стесняетесь тогда? Тем более, что деление на идеализм и материализм – это же партии в философии, это же недоказуемо. Я же не могу, если вы скажете, что я идеалистка, вот и сдаю. Или, допустим, вы сторонница солипсизма. Что такое солипсизм? Это вы считаете, что вот все только идет через ваши органы чувств, поэтому есть только вы. А мы, все остальные здесь сидящие, и я в том числе, как во сне у вас. И вот вы приходите и говорите, я на зачет, что я вот солипсистка. Вот, мне вообще плевать, что вы мне поставите, зачет, не зачет, потому что есть только я, а вас нет. Ну, вас плевать, поэтому я и ставлю вам не зачет. Вас начинает тянуть деканат, вы говорите, а мне плевать, что у вас там деканат, и что вы там решите, и ректор мне совершенно не важно, и директор мне не важно, потому что я солипсистка. То есть последовательного солипсиста ничем не возьмешь. Но выгонят, конечно. Я считаю, это гонение против свободы, так сказать, науки. Такую позицию можешь занять? Хоть одного солипсистку уже хорошо иметь, хоть показывать, что у нас и солипсистки есть. А так все на одно лицо. А так вот раз, и вот какая-то особенность такая. Но так последовательно надо стоять, что вот вы уже стоите, что нет вас никого, а есть только я, есть весь мир, только мои ощущения, и все. А если вы объективный идеализм, там, вот такую позицию имеете, что я вот считаю, что вот это идея, все. Я есть воплощение идеи, вы. Поэтому вы более там круто на меня можете нападать. Говорит, я воплощение идеи, а вы тут вообще. Это какая-то бренная материя. А вы воплощение самой идеи, абсолютной причем. Вы представляете, кто вы? А я какой-то там, ну кто такой? У нас этих профессоров как собак нерезанных. Да что вы тут говорите с ними?
А вот воплощение абсолютной идеи, вот кто еще скажет, что он воплощение абсолютной идеи? А вы будете являться воплощением абсолютной идеи? Думаете еще, а вот человек уже придумал. Не надо вам конкуренции, все хорошо, все будет отлично. И пусть попробует этот преподаватель не поставить вам зачет на том основании, что у вас абсолютный идеализм. Вы скажете, вы что, Гегелю вы поставили не зачет? Вы что вообще, с ума сошли? У вас позиция очень, я считаю, очень прочная позиция. Вы с нее не сходите только и твердо так держитесь последовательно, и все, будет хорошо. То есть, когда мы говорим о, так сказать, вот этом методе новом, о том, что вот сделали Маркс и Энгельс по сравнению с Фейербахом, они не выбросили диалектику, не выбросили ее. Они взяли этот, они перешли на материалистические позиции, но не отказались от диалектики. Поэтому у них не просто созерцательный материализм, а диалектический, а примененный к исследованию общественной жизни, примененный к исследованию истории общества, это исторический материализм. То есть мы должны видеть, как это получается, как это возникло. А это вот мы, эта книга, это есть история того, как возникло вообще вот это учение диалектическим материализмом. И диалектический материализм, он же может применяться и к природе, и к обществу. Примененный к обществу, он есть исторический материализм. И выбор не богат. Ну, не хотите быть историческим материалистом, ну, будьте, пожалуйста, историческим идеалистом или солипсистом. Это тоже вполне возможно. И это никто это не запрещает. Тем более, такие точки есть. Но вот всегда бывают стихийные материалисты, бывают стыдливые материалисты, бывают стихийные идеалисты, бывают сознательные идеалисты, бывают стыдливые идеалисты. То есть тут всякие разные градации. Скажем, все естествоиспытатели, там, верующие, они, так сказать, выцерквленные, они все равно стихийные материалисты, когда они исследуют что-нибудь. Ну, когда он изучает, все у него, все, опыты делает, проверяет. А когда у него опыт получился, он сделал открытие, как материалист. Он говорит, с Божьей помощью все получилось. И что можно против этого возразить? А если бы это не помощь Бога, никогда бы мне это не открыть. Так что вот, обычно так бывает. Можете, у Эйлера есть даже такая статья о свободе духа, дескать, вот мы творим, а Бог нам не мешает. Открывать законы природы, он не мешает. Он на нас возлагает ответственность, чтобы мы не на него возлагали ответственность за наши недостатки, как ученых, а чтобы мы сами отвечали за свою деятельность, как ученые. Правильно? Это логично. Леонард Эйлер с этим выступал. Вот такая получается картина здесь, принципиальная. Вот с этой такой позиции, учитывая, что вот будете читать и обдумывать, и вы поняли, что мы здесь, пока мы с вами, никто за нами не гонится, никто там вот не приходит из дирекции, так сказать, из деканата, нас никто не подгоняет. Почему? Потому что нам разобраться надо, а не просто, давайте быстрее сделаем. Быстрее сделаем, и что дальше? Ну, а есть такое понятие, вот так же пишут, неспешность. То есть, как говорится, промчались, ничего не заметили, быстро проскочили. А у нас, мы же движемся к сущности или мы движемся мимо? Можно ездить, объехать всю Землю по поверхности и посмотреть на всю поверхность всей Земли. И получить поверхностное представление о чем? Обо всем. Мы что хотим? Получить поверхностное представление обо всем? Неплохо получить поверхностное представление обо всем, а о чем-то, чем мы занимаемся специально. Не поверхностное представление, а глубокое понимание того, чем мы занимаемся. Правда, и в этом смысле мы двигаемся к сущности, а не остаемся, вот, так сказать, на уровне только явлений, к сущности. Ну что, теперь обращаемся к тексту, двигаемся дальше, смотрим, так. Вот название. Идеология вообще немецкая в особенности. Ну и особенность, наверное, все знают, немецкая тоже. А идеология это что такое? Кто скажет, что такое идеология? Вот вопрос. Мы же не можем пойти дальше, если мы не знаем, что это такое. Может быть, это что-нибудь страшное. Пантелеева Екатерина Андреевна, вы знаете, что такое идеология? Течение, куда-нибудь, как какое-то течение мысли потекло куда-нибудь, это идеология. Вот я лежу, смотрю в потолок и думаю, я ли это? Это течение мысли. Ну нет, ну общественное.
И однажды у меня было, я съел, был в Чебоксарах, ехал по Волге, и съел ведро вишен. И лежу в гостинице, смотрю, и думаю, как вот он может потолок вот так крутиться, когда он квадратный и неподвижный. Вот у меня такое было движение мысли довольно долго. Из чего я сделал вывод, что не надо съедать по ведру вишен сразу, хоть они очень вкусные были там. Какое вы имеете в виду? Что-то с течением мысли. Вроде бы как вы... Вот это у вас фундамент или орнамент? Вот как бы для украшения наших занятий такой вот фраза такая, очень даже хороша. Идеология – это течение мысли. И это осуждение, это правильное осуждение. Конечно, каждая идеология – это осуждение мысли. Но что такое идеология? Мне кажется, на этот вопрос все-таки ответа нет. Нет еще пока вопроса. А мы не можем дальше двинуться. Ничего себе немецкая идеология, название книги, а мы не знаем, что такое. Ну, что такое немецкое знаем, а идеология не знаем. А немецкое-то знаем хоть? Действительно, я заинтересовался. А почему немецкое? Почему немцы-то называются? Почему немцев-то называют этот народ? Они сами себя ведь не называют немцами. Это мы их называем? От немых, да? Немцы, немально, не говорят по-русски. Так. Познахарка, да, Александра Сергеевна? Познахирка. А у вас так витиевато написано, чтобы я специально вот неправильно сказал, и чтобы вы меня бы покритиковали. А я на вас сразу возложил ответственность. Александра Сергеевна, все равно вам нужно ответить, что такое идеология. Вас не удалось отбиться от меня. Что это? Крокодилы. Так, ну вот знаете, есть у математиков такое правило. Если интеграл не берется в целом, его берут по частям. Идеология. Ну, логия это что такое? Логос, разум. Разум, знание, да? Логос, знание, правильно? Знание это. Вот, разум, знание, мысль, да? Так, и так, и так можно понимать. Осталось... О, что-то вот наука, ну не наука, а вот там уже течение мысли, движение идей, да? Течение идей, не просто мыслей. Не мыслилогия, а идеология. А чем? А идея вообще это мысль? Идея? А всякая мысль это идея? Вот смотрите, сейчас я смотрю на потолок, вижу потолок так серый. Это мысль, это идея? А мысль есть? Есть. А идея есть? А у меня вполне оформленный потолок какая, серый. Какая никакой здесь нету цели. Ну, а вы ничего про цель не говорили. Вы сказали, чтобы оформлено было, я оформил. Сказала, что цель должна быть какая-то у идеи. Наболтать что-нибудь? Ну, я же преподаю, мне что-то надо говорить. А вы потом будете сдавать, вам тоже придете сказать, надо что-то наговорить экзаменатору. У вас какая цель? Я тоже буду спрашивать, а какая у вас цель, что вы сказали мне? Вы скажите, от идеи требуется, чтобы была какая-то цель? Требуется, да. От идеи требуется, чтобы не просто была мысль высказана, там, на улице сегодня тепло. Это идея? Нет. А вот как бы сделать, чтобы мысль, которая, мысль о том, как сделать, чтобы вот в помещении было тепло? Какая-то созидательная мысль, которая решает эту проблему, да? Теоретически тогда это уже идея. То есть идея – это такая мысль, которая нацелена на какой-то результат, на созидание. Она в себе как бы содержит определенную цель. Совершенно правильно. Идея на какой вопрос отвечает? Что есть или что делать? Что есть или что делать? Это не идея. А? Почему она обязательно должна быть нацелена на созидание? Идея. Хорошо, не обязательно на созидание. Отвечает на вопрос, что делать. Почему? Может, разрушить надо это все. Это же тоже идея. Разогнать студентов всех, поставить им всем незачет. Идею вы породили, действительно поставили вопрос, что мы там, что созидаем, то созидаем. То есть есть созидательная идея, есть разрушительная. Вы правы. Вы правы, это совершенно правильно вы заметили. То есть... Идея отвечает на вопрос, что делать, но вот эти вот, что делать, может быть, идеи могут быть связаны с этим и разрушительные, и созидательные. Хотя вы тоже правы, что при разрушении всегда что-то бывает. Говорит, все разрушили, зато много стало камней.
Можно улицу сделать, не замостить. Там, где грязь была, там теперь по камням будем ходить, ноги будем ломать. Что-то всегда можно, всегда что-то куда-то можно употребить. Значит, идея отвечает на вопрос, что делать. Это мысли, связанные с каким-то действием. И направлены на совершение какого-то действия обязательно. Мысли направлены на совершение какого-то действия. Творческая мысль в этом смысле. Творческая мысль, творящая мысль, да, идея. Идеология может быть субъективной, ну, то есть вот, единичной, или она общественная? Вы можете сказать, что какая у вас идеология, но вообще идеологию классифицируют. Дело в том, что вот идеологии самые разные, у каждого человека есть какая-то идеология, а потом надо классифицировать. Как классифицировать? Вообще в науке, там, в ботанике классифицируют же растения, а их много-много-много, а нельзя их на какие-то классы разделить. Животных классифицируют, млекопитающие, парнокопытные, так? Дальше там водоплавающие и прочее. Точно так же идеи можно классифицировать. Как будем классифицировать? В зависимости от бытия или в зависимости от того, что нам в голову взбредет? Ну вот если мы обращаемся к этой книге, то там классификация идет в зависимости от бытия. А в общественном бытии различаются разные группы людей, отличающиеся по положению в производстве. Вот производство, ведь общественное бытие – это производство общественное. А в производстве разные группы людей отличаются по положению. Например, вот, скажем, есть люди, которые вообще в производстве это не попадают, такие как я. Никакого я там положения в производстве не понимаю. Но если производство брать в широком смысле, в смысле потребления, то я тоже, поскольку потребляю, я в процессе вот этого воспроизводства и нахожусь, как потребитель материальных благ. Но в производстве я непосредственно не участвую. А в производстве участвуют. А, у нас, если у нас буржуазное производство, значит, капиталисты участвуют в производстве, они его организаторы и хозяева. Они? К ним претензии? Кому претензии должны быть? Кто хозяева у нас жизни сейчас? Вот капиталисты у нас хозяева жизни. Говорят, что это за общество? Ну, какое создали это? Таких хозяева жизни. Сказали, ну что тут рынок все решит, что-то рынок вас что-то так решает, то это порешил, то это порешил. Короче говоря. Вот капиталисты, раз, это собственники средств производства, которые нанимают потом работников. И наемные работники, рабочие. Да, вот главные две группы людей. Это, значит, капиталисты и рабочие. Как вы думаете, у них разные идеологии? Вот если я ваш, если вы, я нанял вас на работу, вот я думаю, вам зарплату вот, достаточно, которую я плачу, вообще даже много. Как вы считаете? Потому что мне же нужно что делать? Мне же прибыль нужно делать больше. И у вас тоже достаточно. И все требования ваши, они разрушают производство мое. Потому что я из-за вас не могу три острова купить. Все ходит, требует, повысьте, 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 повысьте. Кто это будет повышать цены на то, что я покупаю? Я же покупаю у вас, я покупатель. Вы видели, сумасшедшие только покупатели могут покупать, повышать цены на то, что покупать. Правильно? А вы давайте, а вы продавцы, вы повышаете себе зарплату, я тут при чем? А у вас какая идеология, если вы нанят наемные рабочие у меня? У вас идеология такая, вы продали свою рабочую силу за цену, по дешевке продали, короче говоря. Мне хорошо, если вы продаете, а вам так, вы так и будете продавать по дешевке? Думаете, я вам буду повышать? Таких дураков нет. Думайте, как вам повышать вашу цену вашей рабочей силы. Вы продавец, вам повышать. Ну, не придумали, сами виноваты. А я и подсказывать не буду. Еще бы не хватало, чтобы я вам подсказал. Это Энгельс подсказывал. Он был папа у него был фабрикант. Потом папа умер, он сам стал фабрикантом. Он все подсказывал рабочим, что делать. А я не буду. У меня папа не фабрикант. Что я буду подсказывать? То есть... Я отвечаю на ваш вопрос, то есть вот если мы сгруппируем сначала большие группы людей, получим, они называются классами по положению в производстве, то идеология, получается, носит классовый характер. Либо буржуазная идеология, то есть то, что она выражает то, что выгодно, и она эти действия как раз освещает и мысли, соответственно, строит, которые связаны с улучшением положения буржуазии, буржуазной идеологии. А та и закреплением той ситуации, которая есть, и улучшением положения буржуазии. А та идеология, которая связана с
положением рабочего класса, с его интересами, это будет идеология пролетарская. Это другая. Если я буржуа, мне не нравится эта идеология. Нехорошая идеология. Из этой идеологии у меня только прибыль, только меньше. Надо ее... Но у нас свобода идеологии, свобода. Пожалуйста, что хотите, то излагайте, как хотите, выступайте, потому что телевидение у меня, радио у меня, деньги и бумага у меня, поэтому что хотите, издавайте, что хотите, пропагандируйте. И выборы участвуйте, поучаствуйте. Сколько из вас пройдет, вы сидите в Думе, будем с вас здороваться. А даже не будете в Думе, все равно будем здороваться. Мы вежливые люди. Вот и все. Ну вот так вот, это вы сами вышли вслед за Марксом и Энгельсом к мысли о том, что если мы берем в основе производства, в основе идеологии, то в основу идеологии кладется положение этих вот классов. Ну а как получается, что из-за этого положения? Ну, не само же положение толкает к этим идеям, а из этого положения вытекает, что выгодно классам. Правильно? Вот скажите мне, какое у вас положение, я вам скажу, что вам выгодно. Вот скажите мне, что вы студентки, я вам скажу, что вам выгодно повышение стипендии. Видите, как я здорово вывел? А скажите мне, какое у меня положение? Мне выгодно, чтобы меня не прогнали из профессоров. Выгодно? Выгодно. И пусть повысят нам. А потом там сидят в министерстве, голову ломают, говорят, на всех не напасешься. И студентам, видите, надо стипендию повышать, и вам надо не повышать. Давайте мы всем просто срежем, и все, чтобы не было обидно никому. И всем срезают. А чтобы незаметно было, как срезать, лучше вообще не трогать зарплату, а просто начать цены повышать. И вы на то же самое количество денег можете купить все меньше и меньше продукт. Как это называется? Инфляция. А это делается сознательно или думаете стихийно получается? Ну, стихийно, вот как культурологи, скажите мне, пожалуйста, как люди культурные, с развитием производительных сил затраты труда на единицу продукции падают или растут? С развитием производительных сил. Производительность труда растет? А если она растет, то значит за все меньшее время производится продукция, да? Ну, например, скажем, краны, фитинги, там, трубы, вот все, что в ЖКХ там. Так оно все дешевле, дешевле, дешевле должно быть, правильно? Ну, по идее. По идее, да. А что нам рассказывают сказки? А мы верим. Что там все выросли затраты на ЖКХ? Выросли или их подняли? Ну, поднять-то нет проблем. Вам на что поднять? Сразу мы решим, на что поднять. А на самом деле общая тенденция. Всегда и во все времена. Не в этих вот разных формах производства мы рассмотрели. Ну что, есть какая-нибудь форма производства, при которой не растет производительная сила человеческого труда? Нет такой формы производства. Во всех формах производства мы имеем понижение затрат труда на единицу продукции. Если я раньше 100 деталей делал, а сейчас 200 деталей делаю за то же самое время. У меня в два раза сократилось количество труда, которое в этой детали содержится, правильно? А цены должны отражать движение затрат труда или, наоборот, извращать? Ну, если вот свободный был рынок, когда свободная конкуренция была, в самом начале капитализма, ну, понятное дело, если я хочу вот забрать у вас рынок, что я должен сделать? Я стал производить дешевле, стали покупать, а вы пирожки, я пирожки. Так, вы симпатичные, а я пожилой. А у меня будет на 20 копеек дешевле, и вас никто не будет к вам подходить, даже не будет. А все будут подходить ко мне, потому что у меня на 20 копеек, у меня будет за 80 копеек пирожок, а у вас за рубль. И ко все будут бежать ко мне. А вы взяли и сделали такой ход рыночный. И стали продавать, ну это если, конечно, по 80, такого к вам все пойдут. А если вы сделаете 75, вообще меня все забудут. Все побегут к вам. И так и было. Так и было. Но сейчас-то, ну сейчас, если 10 лет строится подводная лодка, как вы думаете, ну какой рынок? Кто заворачивает в газетку подводную лодку, чтобы вынести ее утром к метро и спросить, вам не надо до островов? Очень безопасно будет, потому что там 11 боеголовок атомных наставлено. Никакие пираты вам не помогут. И все государства, мимо которых вы будете приезжать, будут вам так, все вас будут уважать.
где вы базироваться будут, тоже вас с вами будут все дружить. Можете себе представить? Стоял, никто не берет. Завтра приду. Это смешно. Это все это мы проехали давно. Как это называется? Вот сейчас какая стадия у нас капитализма? Свободная конкуренция или монополистический капитализм? А монополистические – это злые люди сделали, которые за монополии, за господство монополии? Или это просто результат обычной конкуренции, стихии? Нет, это необходимые. Вот смотрите, значит, вы меня побили на пирожках, и вы стали монополистом. Вы меня побили в честной борьбе. Все использовали, в том числе и вот, как говорится, внешний облик. Вот надо что делать? Я вот оказался неудачником. Все. А кто должен побеждать? Побеждать должен свободная конкуренция. Кто? Сильнейший. Вы оказались сильнейшим, вы победили, вы стали монополистом. А когда вы стали монополистом, вам трын-трава, что другие. Вы взяли и повысили цену монопольным путем. Цены растут у нас или не растут? Растут. Нет. Где вы видели цены, чтобы росли? Вот вы смотрите на цены, вдруг. Видели такое? Да. Нет. Не видели вы такого. Цены повышают, каждый раз берут и новые. Уже никто ценники не печатает, потому что завтра уже другие будут. Кто будет печатать, если завтра надо рисовать уже друг? На картонках рисуют, но рисуют. Цены только повышают, никогда они сами не растут. Это очень правильно надо подбирать слова, потому что истина – это соответствие понятия объекта. Это очень просто. А? Но это не все так просто. Это же рынок сложнее, чем просто. Нету никакого рынка. Какой рынок? О чем вы говорите? Монопольные цены. Какой рынок? Вы определяете цену, вы теперь определяете. Вы еще не поняли своего счастья. Вы монополист. Вот я, если не куплю у вас пирожки теперь за 3 рубля, я умру с голоду. И что я буду делать? Вот сколько вам напишут сейчас ЖКХ, квитанции вашим родителям, столько они и заплатят. Столько и заплатят, ничего, без разговоров. Или выкинут вас. Придут судебные приставы, скажут, вы... Наш исполнительный лист. Так, чемоданы и вот туда. Все. Или не так? Ну так, а что вы думаете? Свобода. На свободу вас и выпускают. Свобода же по-разному говорят. Мы освободили вас от должности. Тоже на свободу там. Сейчас вы свободны, говорят. Зачет не ставлю, вы свободны. Ну, всякие гримасы этой свободы. Чего хочешь, можно говорить. Кстати, кто-нибудь знает, что такое свобода? Мы должны все не как мы. А? Тоже никто? Кто-нибудь, скажите, вас, что такое? Тихо, товарищи, это у нас культурологи, это люди, которые все знают, такое самое важное. Свобода что такое? Как мы будем бороться с вами? А может, это что-то противное такое? Будешь за него бороться, потом вляпаешься в историю. Вот уже тут свободные цены уже привели к тому, чтобы тут монополия появилась. Что такое свобода? Вы не знаете? Вы не знаете. А кто не знает, что такое свобода? А вы за свободу вообще? На Майдане за свободу. А, на Майдане, понятно. Где стреляют там по всей Украине? Ничего себе, взрывают. Значит, вот на эту тему тоже хочу сказать, что какие заблуждения бывают, прежде всего заблуждения, скажу, а не об истине. Значит, самое широко распространенное представление о том, что такое свобода, это вот повторяет за Энгельсом, правильное суждение о том, что свобода есть осознанная необходимость. Правильное суждение, в том смысле, что свобода же не бывает абсолютной. Вот я хочу, например, пройти туда, через окно. Это... Но я должен осознавать необходимость, что я, конечно, пройду, но это, возможно, будет последнее. Только надо нам на третьем этаже это проводить, потому что с второго я боюсь, что еще жив останусь. А вот он подняться на третий, тогда уже можно. Лучше на 15-й, чтобы меньше было таких проблем. Я еще могу, пока буду лететь, могу по мобильнику говорить, что пока полет проходит нормально, там, первые 12 этажей. Но это осознать необходимость, что будет в результате этого моего действия. А как называется действие, которое не учитывает эту вот необходимость? Не учитывает законы природы, там, физики. Ну вот, например, ну кто вам мешает вообще? Вы свободны, вы можете вот включить газ, зажечь и вот так вот конфорку взять рукой. Ну, подумаешь, по углям ходит, а, ерунда, а вот так вот конфорку взять и держать. А потом пойти спокойно в больницу и лежать. Вы же свободный человек, ходите держать, свободно пошли в больницу, пришли. А как с вами случилось? А я вот проводила научный эксперимент. А как это проводить? Да у нас такой вот посоветовал нам преподаватель. Так надо его судить, сказать, преподаватель. А сказать, свободный человек, проводил эксперимент, взрослый.
Все, какие проблемы? То есть свобода есть осознанная необходимость. Ну а что, где тогда свобода? Что, только вот когда необходимость, это и свобода? Пример привожу. Человек украл 100 тысяч рублей. Его посадили в тюрьму на 7 лет. Он до этого читал это, что свобода есть осознанная необходимость. Через 2 года, 5 лет ему осталось еще сидеть, он осознал, что воровать нехорошо, что он сделал нехороший поступок, что правильно его осудили, и полностью все осознал необходимость. Ну и что, он теперь свободен, вы считаете, вот когда он еще 5 лет будет сидеть? Получается, что он свободен. Осознанная необходимость. Он осознал необходимость сидеть в тюрьме за содеянное. Но он что, свободен теперь? Духовно. Духовно свободен, да. Это мне напоминает, есть такой анекдот, как двое сидят в тюрьме, один просто сидит, безыскусно так, сидит и сидит, а второй ходит как вол, туда-сюда, 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 нервничает. А тот, который просто сидит, говорит, слушай, ну что ты ходишь, давай я тебе лучше теорию относительности объясню. А тот злобно так говорит, это будет долго и непонятно. Нет, я тебе объясню коротко и понятно. Вот смотри, вот ты ходишь, но все относительно, а на самом деле ты сидишь. Вот и вся свобода. Так, что ж такое свобода? Так вот, Маркс, который дал определение свободы, дал вот такое определение, которое следует, может быть, запомнить, а то и записать. Свобода – это господство над обстоятельствами, сознанием, дела. Господство над обстоятельствами, сознанием, дела. То есть, что значит сознанием дела? Ну, надо знать законы природы, общества, чтобы вы не вляпались, так сказать, не зажгли себе руку, не сломали себе шею. Или если вы идете на какой-то героический поступок, если человек идет на то, чтобы закрыть амбразуру, он должен понимать, что он, конечно, умрет. Но он, так сказать, решающий шаг сделает, так сказать, который решит исход сражения вообще большого. Ну, в чем подвиг Александра Матросова, который повторили очень многие. Наверное, он понимал, что он, после того, как он амбразуру, из которой, так сказать, строчит пулемет, бросится, конечно, и он будет убит. Это совершенно понятно было. Но вот свобода – это господство над обстоятельствами, сознанием дела. То есть дело надо знать, но все-таки человек господин, обстоятельства, в этом смысле он учитывает эти знания. И поэтому, если вы так осознанно, то лучше уж тогда что-нибудь хорошее сделать. Не стоит ли это, стоит ли за конфорку держаться горящую? Лучше что-нибудь другое придумать, какой-нибудь подвиг другой совершить, который для человечества будет иметь большее значение, чем вот это действие. Хотя вот это вот понимание свободы, оно... Ну, обычно классики же не пишут там, вот определение там, никто не подчеркивает, жирным шрифтом не выделяет, поэтому люди не знают. Они что-нибудь услышат, что роза есть растение, думают, что любое растение – это роза. Услышат, что свобода есть осознанная необходимость, это и есть определение свободы. Или там у Ленина вычитывают, что коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. И думают, что это определение коммунизма. Это не определение коммунизма, это суждение о нем. Определение коммунизма от слова «коммунист». А коммунист означает что? Общий. Общий. Вот общая собственность, если есть у вас, это коммунизм. Если нет общей собственности, не коммунизм, вот и все. Больше ничего это не означает. Поэтому, но мы, например, можем с вами ответить на вопрос, когда в СССР был построен коммунизм. Когда? Коммунизм построен. Подождите. Вот. Подождите. Мы с вами... Вы что-то за кем-то повторить хотите или хотите вывести? Вот вы дали очень правильное определение. Коммунизм означает общий. Когда общественная собственность была, стала господствующей в СССР? В каком году? Да не Конституцию, забудьте вы Конституцию. Я спрашиваю про общественную собственность как явление общественное. А что там написали в Конституции? Давайте это оставим. Мы материалисты. Ну, мало, я в Конституции могу написать, что у нас рай на земле. Ну и что? Это Конституция. Давайте мы скажем, когда общественная собственность, когда у нас же была частная собственность в России, правильно? Частная капиталистическая собственность, монополистическая была собственность. Когда у нас был потом переходный период? В течение переходного периода были два главнейших уклада. Частно-собственный капиталистический уклад и уклад коммунистический. То есть там, где собственность была общественная. Наконец, частная собственность была изжита к какому году? И вся собственность стала общественной. В городах она, так сказать, в начале, так сказать, еще к концу
20-х годов стала общественная собственность, а в деревне в ходе коллективизации исчезла частная собственность. Коллективизация когда закончилась? Ну, к 32-му году уже закончилась. Короче говоря, когда общая собственность стала на средства производства? Когда? Единая фабрика. Никакой фабрики нам не надо, общая собственность. К концу 30-х, в середине. Да не к вам вопрос-то, Владимир Ильич, вы-то все знаете. Вы-то вам поставили зачет уже, все. Ну, в 30-м. С чем я вас и поздравляю, что в СССР был коммунизм. Но вас тогда не было. И меня тогда не было. Меня тоже не было. А люди, которые не знают, вот как Никита Сергеевич Хрущев, он же не учился, такие занятия не проводили для него, а надо бы. Он говорит, вот он в 61-м году на 22-м съезде, когда тоже вас еще не было, а я уже был, вот он в 61-м году заявил, что у нас будет нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Во-первых, оно уже жило. Во-вторых, говорит, еще вот 10 лет будем строить, это будет низшая фаза, а еще через 10 лет будет высшая фаза. А на самом деле, социализм – это что такое по определению? Социализм, знаете, что такое? Вы знаете, что такое социализм? Не знаете? Можно я скажу? Низшая фаза коммунизма, то есть как бы плохой коммунизм, неразвитый, неполный. Ну как он может родиться из капитализма? С родимыми пятнами капитализма. Вот такой коммунизм, который рождается сначала, он во всех отношениях несет отпечаток того строя, с которым есть деление на классы еще. Так, есть неравенство между мужчиной и женщиной, и городом и деревней, людьми физического, людьми умственного труда. Пока это не определено, это все низшая фаза. Ну или другими словами, коммунизм в низшей фазе, он называется социализм. Так коммунизм когда надо было построен? Выяснилось как? В середине 30-х годов. С чем я вас и поздравляю. А меня вы можете поздравить с тем, что я жил при коммунизме и при капитализме живу. И при капитализме мне жить еще лучше стало. Я потому что при коммунизме был студент, а при капитализме профессор. А профессором при капитализме лучше жить, чем при коммунизме студент. По крайней мере, материально, да? Не знаю, да, сомнительно. И как бы вот Марк писал, что мы не можем делать эксперименты в общественной жизни, а у нас получился как бы эксперимент. И так пожили некоторые, и так пожили. Потом много было всяких обещаний в начале 90-х годов. Сейчас будет рай у нас на земле. И когда рая нет, говорят, сейчас вот прямо выступают представители нашей власти, даже законодательные органы, и Совет Федерации, и Дума, и говорят, мы все просим нам сократить зарплату. По-моему, они нам пример дают. Вы еще не выступили с просьбой сократить? Я-то как экономист бы, например, поставил бы вопрос о том, чтобы увеличили объем производства, увеличили зарплату. Потому что если вы будете сокращать зарплаты, и производство дальше будет сокращаться, и дальше еще зарплату сокращать, так и пойдем. Мы будем маленькая-маленькая-маленькая Россия. И будем мы счастливы, маленькая-маленькая Россия, но мало будет мало. Зато будем быть счастливы, зато мало. Так это и хотят сделать, чтобы была маленькая Россия, а территорию у нее заберут. Потому что зачем такой маленькой России, такая большая территория, такому количеству населения. У нас же все 90-е годы. Падало население, объем, количество населения. У нас смертность превышала рождаемость. Только-только вот сейчас пришли вот к такому состоянию, баш на баш. Только сейчас. А до этого все время была больше рождаемость. Устойчиво. С 90-го года прямо вот так пошел, как это говорит, такой крест получается. Смертность вот так, а рождаемость вот так. Конечно, коляска стоит как автомобиль. Ясное дело. Ничего, мы дадим вам материнский капитал, но он будет лежать в банке, обогащать банки. Потому что в руки мы его не дадим. А когда у вас будут дети, они будут вырастут, и когда вы поведете их в вуз, а вуз будет платный, тогда можно будет частично оплатить. Или если вы будете строить жилье, и у вас много-много денег на жилье, то 10% от этого жилья можно будет за счет материнского капитала оплатить. Жилье невозможно построить за счет него. А материнский он называется, чтобы можно было спокойно получать от него доход, пока он лежит в банке. Кто получает этот доход? Кто капиталист? Матери или банкиры? Банкиры, конечно, капиталисты. Поэтому можно все красиво назвать.
Ну вот. Вот мы какие новые, новые интересные вещи узнали. Но мы это в порядке примера только. То есть мы разбирались с понятием вот свободы, производства. Ну, потому что об этом, об этих вот, в круге этих категорий идет обсуждение, и без этого вообще разобраться в этой, непростая эта работа. Марс и Энгельс сами говорили, что мы только-только в ней разобрались, они даже ее отправили в печать, но никто у них не напечатал, они тогда были еще не очень известны. И тогда они придали все грызущей критике мышей, и вот в этом самом издании прямо к странице показанной, изгрыженной мышами. Потому что ее издали, эту работу, только в 1935 году Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС сделал. Но это тот случай, когда как бы вот попала эта рукопись сюда. Бывают другие истории. Например, вот есть такое издание, это, например, «Ленин», «Биохроника». Все даты, все жизни расписаны по 10 минут, 10-минутным интервалом, где Ленин пошел, куда делал, что написал, что сказал, кому зашел, кто к нему пришел. И кто-то мог сделать такое. В ту эпоху, когда не было у нас этих систем слежения, этих аппаратов, всяких датчиков, это все расписано. Как вы думаете, кто это сделал такую большую работу? Ну, конечно, издал это Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 12 томов. Себе он взял. Он молодец. А кто это все проделал? Как вы думаете? Какие есть догадки? Google. Значит, сделал это царская охранка. Вот кому безмерно должен быть обязан был Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Вот ее вклад, так сказать. Вот вы видите, как... Вот мне это... В самом начале вы сказали, что бывают люди, которые стоят на реакционных позициях, реакционное дело делают, а такое хорошее получается. Ну, кто бы это записал? Вот вы что делаете? За вами кто-нибудь записывает там систематически, кто-нибудь следит, что вы сделали хорошее. Никто, куда вы пошли, что делали, никто не хочет записывать. Нет, ну, в принципе, ваши вот эти вот андроиды, они все позволяют. Я вот был недавно в представительстве Государственной Думы, у нас комитет по обороне Государственной Думы, все андроиды, могут позволять тем, кто их выпускает, в любой момент установить, кто, значит, держит в руках этот телефон, и все его данные, и все его контакты. Причем это рассказывала Касперская, бывшая жена того Касперского, который известный деятель, который по защите. Она тоже занимается защитой информации, только тот занимается информацией защиты, так сказать, для индивидуалов, а Касперская занимается защитой государственной информации. Чтобы наши системы военные не оказались без защиты, чтобы не было известно, чего они делают и что происходит в военной области. Ну вот она сказала, что если у вас вот такой аппарат хороший, то все про вас, все известно. Поэтому не надо расстраиваться, считайте, что вы сидите на веранде, застекленные, все люди, которые проходят мимо, видят, что вы пьете чай там, или кофе и завидуют вам, пусть вам завидуют. Вот и все. Поэтому, когда нас начинают стращать, а вот как у вас там с личными данными? Да все наши личные данные 100 рублей стоят в метро на диске. Персональные. А почему? А важно записывать, чтобы никто не говорил, что вы говорили другое. Вот когда вам припишут что-нибудь, что вы не говорили, и начнут такую напрасленную возводить. А вы скажете, ничего подобного, вот у меня все вот такое. Так что вот самое главное, это чтобы было то, что на самом деле. Ну, на этом мы сегодня закончим. Значит, давайте определимся с нашими заданиями. Значит, чтение предполагается дальнейшее. Значит, я уже говорил, что надо будет прочитать до страницы 79. Даже давайте до 82 будем читать. До 82. Ну, никто не перетрудится, да? Это вот до 82. Вот все, что на этих страницах, мне бы хотелось, чтобы вы выступали. Это потому что это у нас как бы практические занятия. Чем меньше я буду говорить, чем больше вы будете говорить, тем будет лучше. Важно тренироваться говорить, нету чего тренироваться. Правильно? То есть вы выступаете, так сказать, анализируете, вот, и так сказать, какие мудрые там мысли вы нашли, или наоборот, что вы считаете неверным, что заслуживает критики и отрицания. Или порицание. Спасибо за внимание.